Всем привет! Имеется неисправная светодиодная лампа, и сегодня я покажу, как можно очень быстро ее отремонтировать. Причина неисправности, как это в большинстве случаев и бывает, сгоревший светодиод. Свидетельством этого является прогар на его корпусе. Удаляю неисправный элемент с помощью бакоризов. Теперь потребуется самая обыкновенная батарейка, может быть абсолютно полностью севшая. Разбираю ее. Путем физического воздействия на стержень батарейки добываю графитовый порошок. Делать это лучше всего в перчатках и аккуратно, поскольку порошком очень легко испачкаться и испачкать одежду. Напильником добываю также еще и медный порошок. Смешиваю графитовый и медный порошки друг с другом. Для упрощения и ускорения процесса изготовления можно использовать щетку. Медно-графитовую щетку от электрического инструмента. Кроме указанного, в субстанцию добавляю соду. Совсем чуть-чуть. Наношу небольшое количество порошка на место, где раньше был светодиод. Сверху наношу суперклей, достаточно одной капли. После высыхания клея лампа становится условно рабочей. Более простым путем является использование специальных токопроводящих лаков. Например, лак TLS. Стоимость порядка 40 гривен, а суть та же самая, что и показано на видео. Пишите свое мнение в комментариях. Всего хорошего, но пасаран, пока!